спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В среду в Самарской области пасмурно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, дневная температура 13-17, тепла ночью плюс 9, плюс 11 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью от 3 до 7 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, пройдет дождь, днем плюс 13 градусов, ночью плюс 11. Юго-восточный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде дождя, днем плюс 14, ночью плюс 11, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь, плюс 14 градусов в дневное время, ночью плюс 11, ветер юго-восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 66%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.